Всем привет! Hello! Это Миша и Катя, мы в Мексике, мы сейчас в клубе YMCA. Вот так выглядит наш клуб. Вот. Мы только что были на встрече с директором нашего клуба спортивного. Вот, были очень приятно удивлены. Да, после пяти месяцев работы здесь. После четырех, по сути, нас познакомили с главным по клубу. Вот, и он нам презентовал небольшие подарки. Вот, в качестве признательности за то, что мы здесь работаем. Мы на самом деле единственные иностранцы, которые работают здесь в качестве волонтеров. Да. У меня есть вот такая грамота. Вот. Да, грамота международного значения, рекомендационное письмо. Вот, подарили еще вот такая штука, я не знаю, что там внутри. Сейчас проверим. И вот сам лично директор этого спортивного клуба вручил нам подарочки. Так что мы очень рады, очень довольны и на самом деле очень приятно. Приятно удивлены. Вот такой браслет. Да. Вот. Главное не стоимость, главное внимание. Да, поэтому было очень неожиданно. Мы работали просто за то, чтобы плавать, за то, чтобы учить язык. Вот. И они оценили наш вклад в клуб, в работу клуба и выразили нам свою благодарность. Поэтому мы очень рады им. Да, это было неожиданно и приятно. Так что всех рекомендуем, все приходите в YMCA, YMCA лучше всех. Нет, просто делайте все безвозмездно, скажем так. И вам, результаты будут. Да, и вам воздастся. Да, так что не зря мы вставали в 6 утра, чтобы ехать на тренировки. Ну, я вставала в 6, нет, в 5 даже иногда. Вот. Мы ходили по 2 раза в неделю на протяжении 4 месяцев, тренировали учеников. Хочу открыть что-то. Вот, взрослых и деток тренировали, учили язык. И вот после 4 месяцев нам выразили такую благодарность и сказали, что по МСИ наш дом, и нас все здесь всегда ждут. Так что такая у нас приятная сегодня неожиданность. Сейчас Миша откроет, посмотрим, что там. У нас несколько подарков. Шапочка. Да, похоже на. Да, похоже на плавательную шапочку. Клуба. О, класс, крутяк. Такая большая достаточно. На большую голову. И умную. Вот, так что такая вот наша история. Изначально мы просто хотели узнать, как познакомиться с клубом. Когда мы познакомились, мы хотели узнать, можно ли здесь работать. И нам предложили вот работу волонтерами. Мы 4 месяца отработали, и вот нас так отблагодарили. Да, резиновое изделие номер один. Так что тренируйтесь, занимайтесь, здоровье важнее всего. И будут результаты. Приятные. Всем пока. Всем хорошего дня и спортивного. Пока.